Атаманы отделов, старейшины, а также священнослужители. В этот раз внеочередной казачий круг собрал только самых основных представителей Баталпашинского казачьего общества и тех, кто принимает непосредственное участие в их жизни. Повод более чем приятный – избрание нового атамана. Первый заместитель атамана Кубанского казачьего войска Николай Перваков лично знает в этом зале каждого и с удовольствием следит, как в Карачаево-Черкесии возрождают славные традиции казачества. В этот день он призвал всех сделать выбор взвешенно, ведь новому атаману предстоит решать задачи, поставленные президентом страны и руководством Кубанского казачьего войска. Сегодня изберете атамана, изберете руководящие органы. Сегодня вы все засучите рукава и начнете работать, конечно, под их руководством, под их контролем, но работать все общества должны. И хутор, и станица, и район, и, естественно, и отдел. Тогда будут какие-то результаты, тогда будут какие-то дела и развитие экономической составляющей казачьих обществ, и воспитание молодежи, патриотика, и образование, и государственная служба, и все разделы будут. Но как мы грамотно в субъектах к ней отнесемся, в обществах как отнесемся, так и она будет, и результат такой получать будем. Над этими задачами Баталпашинское казачье общество и так работает на протяжении многих лет. Результат тому – количество казаков пополняется, в их ряды вступают молодые казачата, обучающиеся в специализированных классах. Кроме того, казаки постоянно взаимодействуют с региональной властью, помогают поддерживать гармонию в межнациональных отношениях. Руководством республики многое делается по реализации государственной политики в отношении казачества. В силу своих компетенций и полномочий поддерживаются позитивные инициативы казаков, направленные в том числе на сохранение мира и межнационального согласия, стабильной общественно-политической обстановки в регионе, консолидации проживающих здесь народов. Ну а следующую шестилетку работу по дальнейшему развитию казачества в регионе продолжит Игорь Шиховцов. Именно он в итоге единогласно избран новым атаманом Баталпашинского казачьего общества. Игорь Васильевич принадлежит к поколению, которое сформировалось во время становления казачьего движения в регионе. И тяжелая атаманская ноша будет ему по силам. Свои задачи на посту атамана в рамках тех полномочий, которые в соответствии с российским законодательством, законодательством Карачаево-Черкесской республики, и нашими традициями считаю, что главным профессионально управлять отделом, представлять и защищать интересы казаков республики, грамотно руководить аппаратом отдела. Убежден, что атаман должен нести не только представительские функции и быть политиком, но прежде всего он обязан быть опытным управленцем, профессиональным хозяйственником. Посвящение нового атамана проходило в строгом соответствии с традициями, с клятвой, благословением священника и символическими ударами нагайкой по спине, чтобы лучше исполнял возложенные обязанности на благо казачества. Дарья Назарова, Мурат Кемрюгов, Архыз 24.